Ну как Зигвальд мог пропустить такое знамя и пройти мимо темных эльфов? Я вас приветствую, друзья, с вами Верус. Он вернулся, он сюда все-таки пришел, и сейчас он будет с ними разбираться. Выбора у него не остается. Не остается выборов. Нету выборов, да, как там пел? В дне выборов, Шнур. Выборы, выборы. Кандидаты Зигвальды. Так. Ну, здесь сейчас наши чуть, я надеюсь, еще скеллиги пощимят. Ну, скеллиги должны были продолжать помогать нам поддерживать контроль. Но в итоге главное, что вместилище хаоса осталось с нами. Даже вот в этих реалиях, когда вассалы просто ни с того ни с сего предают нас, подставляют и сбегают, вместилище хаоса нас очень хорошо подстраховывает и не помогает там заселять всем остальным. За это им отдельное спасибо. Так, ну что, здесь в целом только сдача хода, получается, остается. И ее я нажимаю. Весело и дружно идем дальше. Можно даже ускорить последний бастион на тебе. Наш взор остановится. Наше око будет следить за тобой. I see you. You cannot hide. Да? Будем следить? Следим. Следим, смотрим. Надеемся на лучшее. Клан Морс, кстати, поднялся. Он недавно буквально был еще слабее. Ну, он был когда-то сильнее. Потом его кто-то подщемил здесь, поддавил. Он сдулся. Сейчас молодец. Ну, гномы пока что карак не сдали. Тут. Здесь сейчас не сдали. Сильвания идет дальше, пытается драться. Талабеклант уничтожен. Вампиры. Вампиры поспособствовали на их... О, блин, тут Бретония заселяет, да? Распустили их вообще. Оборонительный союз предлагают, но требуют бабки. У нас... кстати, вы можете стать вассалом. А у вас что, территории появились? Козлоногие тоже могут что-то захватывать здесь? В целом, вполне возможно. А если они в лесу могут обосноваться, может быть, они в лесу здесь и обосновались где-нибудь? Хотя нет, стоянка Ориона под эльфами еще. И эльфы тут в целом более-менее пока держатся. Ну, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, они предлагают нам стать нашими вассалами. Мы что, от такого отказываемся? Да никогда не отказывались. И сейчас не станем. Ради интереса даже взгляну, сколько козлоногие мне платят. Сколько они отдают нам денег. Что у них там за душой. Что осталось. Что есть. Оголы. Замерзший город. Оголы. А вы наглеете, я смотрю. Я смотрю, вы прям борзеете, господа. Но это причем не их предводитель или зимняя... А, не, зимняя мгла. Ну, может, он на город хоть нападет. Может, он... Хотя, не, ну что у него тут? Так себе банда. Ни о чемная. Он на свою тень побоится напасть, а тут на город на наш. Не, он уже ничего не сделает. Успешность вражеских героев. Давай нападение на гарнизон. Кстати, сейчас эта тема может пригодиться. Нападение на гарнизон, допустим, предпринять. Напасть на эту шакару. Шакара. Натиск, свойство передовое развертывание будет. Убийственные намерения. А этот на ускорение. То есть, в целом, так-то вполне благоприятные условия. За исключением того, что эти чуть еще покоцаны. Для нападения. Но все неплохо может тут для нас сложиться. Но я хотел посмотреть насчет козлоногих. А, во-первых, сколько вы платите? 18 монет! Офигеть, не встать!
И козлоногие реально здесь захватывают земли, смотрите. Я искал, где же козлоногие тут обустроились. И где они? В руинах. Без малого так-то, а? А Хазрак-то тоже домом обзавелся. Они тоже могут захватывать. Ну, просто как бы вассалом они бы не могли стать, если бы оставались кочевниками. Ну, тут и предлагают кочевниками козлоногий раз. Молодцы. Молодца. А, и молодца. Ух ты, эти гномцы еще живые. Живые. Подлюки. Просто до них ни у кого руки не дотянулись еще. Короче, проще говоря, плюнули на них. И плевать всегда хотели. Пошли Генчика учить ему разуму. Неприличный Генчик. Считает, что может себе позволить такую наглость. Кстати, а кавалерия мы там не получили дополнительных? Нет. Дополнительных отрядов для кавалерии у нас нет. Есть избранные с алебардами, есть возможность честолюбивых соратников. Можно еще, кстати, здесь пока... Хотя, опа, подожди. А, я только поставил уже изучать. Там, через 6 ходов. Могу нанять, ну ладно. Давай даже нон-стопом. О, вот он, Сартаэль. Он сюда прошел. Через Бретонию вышел на это, да? Он через данный проход, судя по всему. Или здесь он уничтожил все-таки напалм. Ну окей, зато мы его видим. Зато мы знаем, где он и чем занимается. Давайте тогда сейчас остальными доходим. И будем нападать на крепость. Будем предпринимать эти атаки. Холик. Холик готов. Холик, холик, холик. Разделяй и властвуй, холик. Тебе ждем улучшения до максималки. Каждый раз я захожу и каждый раз об этом вспоминаю. Ну все, погнали. Смогешь? Давай. Ай, красавец. Ай, молодца. Ай, ты сейчас порадовал отца. Так, стража Нагоронда. Там их очень много. Пиратики шипастые. В общем, все, что будет неплохо заходить против наших бесщитовых ребят. Так, а ну-ка. Собирай свою орду. Сажай на коня. И двигай сюда. Ты нам как маг будешь помогать. Мага я нанять не могу. Ну, будешь служить так. Хотя, смотрите, за счет, может быть, того, что мы разорили самую малость город, Карн-Кар легко и просто так он обещает нам на автомате забрать. Так, 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 сестры из них. Ну, сейчас... Раз ты такое дело предлагаешь, давайте, нужно ускоряться. Серьезно, ты великанов на автобой слил? Ладно, отродье, оно уникальное, но возродиться легко. Хотя, учитывая тут количество алибар и то, что у нас крупные монстрики, ну, вполне возможно и логично это. А захватывать мы здесь не можем, мы его просто разоряем. Оп, коронка. Все, прощайте. Прощайте, а здесь получается не Каркушу, да? Мы можем захватить. Не этот, не этот, не этот. Так, 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 так. Ближний бой. Натиск тебе нет. Ауру давай, наверное, все-таки возьмем. Сопротивление выстрелам. Дело нужное. Боец.
невидимого фронта. Давай успех вражеских агентов порежем. Отступай дальше. Ну что ж, тебе придется сейчас снова нанимать великанов. Эти 10 ходов будут... Так, значит, нам... Для захвата. Какой здесь предлагают город? Ултуан, Нагарон, Кларкаронт. А где Клара? У Карла, которая украла кораллы. Варианты. Я не помню, чтоб еще какой-нибудь... А, вот он, Кларкарон, точно. Это вот этот город мы можем захватить. Вон она че, маленький. Ну, в целом, гарнизон здесь не ахти. Мы можем покрутиться, повертеться рядышком, если что, его и захватить. Вон она че. Я что-то думал на тебя. Простите, Карнкар, вы зря погибли. Я уже и забыл. Так, 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 так. Ну как, не зря, мы наказали в любом случае непокорных. Где нам улучшения предлагают? Нет, тут еще 4 хода. Сдаем. Скарсник Мидденланд решил тут засеивать, ага. Размечтался. Тоже мне великий сеятель, посеватель. Ну, 8 пиков Карака тоже город, который мы можем взять, за который Скарсник должен... Зуб держать, скажем так. И переживать. Кольца Тека. Жабы нам служат. Че ты хочешь, маленький? Мне любопытно. Требуют дары. Но он платит 12 штук нам за ход. В целом, сейчас, если дипломат, как бы, его пришел бы сказать, разорвать хочу вассалитет, я бы в минус ушел 100%. Я сейчас нанял очень многих крутых ребят. Очень многие крутые ребята, которые хотят деньги, которым нужно очень много денег. И маленький даже по силе меня опережает. Нет-нет. Надо, наверное, все-таки поразрушать города скавинов, чтобы армии вместилища хаоса, может, порождались вот таким же образом в сердце Малекита. И да, он их может, эти города, засеять, но есть шанс того, что все-таки появится стек вместилища хаоса, и когда начнется кипиш, у меня будет, ну, такой вот стоячий помощник. Стоячий помощник рядом с великим последователем Слоанеша. Опять же, фраза прозвучала как-то двухсмысленно. Зверолюды. Уисиланд. Помню, когда первое прохождение было за Империю, как только хаос приходит. Он, кстати, проиграл. Может, он и согласится к нам присоединиться после поражения от нашего вассала. Так вот, когда хаос приходил, все, абсолютно все, и гномы, люди там, все, кому не лень, в первой вахе... Не, вы земли не заняли. Хотели стать нашими вассалами. Тогда денег была куча, а как только уходил хаос, исчезал, уничтожали мы его, начиналась гражданская война. И можно было тоже уйти так быстренько. Минус. Да начнутся игры. Довольное население. Хаос печется о своем народе. Новая фракция, пацаны. Реальные пацаны, зацени. Так, это который уже ушел на разведку, да? Ну, давай срок лечения ран. В случае чего тебя могут очень быстренько ранить, на самом деле. Генчик сбежал. Да, он оставил здесь свою протеже. Ой, ты не доходишь до города. Обидно. Обидно, тогда становись лагерем. На следующий ход будешь разрушать.
Вот, это. Вот он, вонючка, текает. Два города засеял и текает. Ты вонючка. Эх, ты вонючка, вонючка. Так, мы можем увеличить и для холика, но нам нужно, чтобы доход рос. Можем в целом, ну куда торопиться, что уже, давайте строим и все. 1200 в перспективе. Сейчас по экономике, так, где у нас Вахи здесь? Вассалы платят 35 тысяч. Да, у меня есть буфер, я деньги коплю специально для вот ситуации, когда нас могут предать, а у меня армии больше, чем я могу себе позволить по бюджету. Но опять же, неприятненько, когда играешь с минусом. В определенные моменты так вообще. В свое время из-за этого я лесных эльфов и не уничтожил в первой вахе. Гномов добил, там практически всех, лесных эльфов только и оставил. Просто потому, что денег с этих аванпостов, ну, не было. То есть мы разрушали города, а там 200 всего лишь монет, а у меня содержание минус там несколько десятков тысяч армии. Мне нужно, чтобы было все хорошо, с каждого города хотя бы те же 20 тысяч получать. С каждого города разрушил, 20 тысяч получил. Разрушил, 20 тысяч получил. И никак иначе. Давай, она недостойна, в принципе. Офигеть, я думал, вообще без потерь. Нет, там по мелочи потери все-таки есть. Но он красавчик. Давай. А что так далеко ты ушел от города? Аж в другую провинцию после разрушения. Такой барабум устроил там. Биг барабум. Зигвальд. В общем, Зигвальд план такой. Так, переходи в обычный режим, чтобы вы не стопорнулись теперь. Отдавай ему этих грабителей. Иди становись вот сюда, скавинов разрушишь, уничтожишь. Начинай нанимать. За два хода, ну ничего. И в этот момент можем из общего кого-нибудь еще тебе призвать даже. За два хода кого? Может пушечку адскую? Ну три подождать придется. Ну весело будет, давай три. Уникальную, если что, даже солью потом тебе. Две пушки нанимаешь из общего, а как подкрепление. Ну шагот, тоже три хода. Холик не скоро его сможет нанять. Давай, Шагота. Монстрики будут тебе в поддержку. И даже один отряд этих грабителей вновь возьмем. Хотя у меня тролли будут за кавалерию. Отчасти и Шагот. Но тролли мало этих. Так, сиди, короче, ты там в тылу. Сиди, спокойно нанимай. Не рыпайся сильно. Ты будешь как подкреплением подходить, так что соберу кавалерию. Гутрун. Глисик. Иди сюда. Ну а ты на следующий ход уже обеспечишь вновь невыполнение несколько заданий. И можно будет даже подумать о квестах. Ну что, как там наши скеллиги, о которых хотелось бы поговорить? Мир не хотите. Мне еще интересно просто, как вампиры себя сейчас поведут. Но, судя по всему, они умрут. В ближайшее время. Ну, кто-то раньше, кто-то позже. Там, в принципе. Это уже не так важно. Так, а голы? Нет, вассал их, в принципе, выиграл, но им пофигу. На мир они не согласны.
Ну я могу отправить даже нашего второго, если что, сейчас кавалерию он соберет, выпотрошит. И под наши знамена вернем этих ребят. На четвертое место сместили меня уже. Василий. Неаккуратненько как-то вы, неаккуратненько. И сдаем ход. На этой серии, конечно же, хотелось бы начать нанимать демона. Плюс все-таки веет так в воздухе дополнением, да, уже. Так что нужно ускоряться с данным дополнением, потому что оно с модами. Новое дополнение может сломать полностью. И нужно хотя бы сейчас быструю победу одержать. Потом подумать о захвате всех городов. Как вот с темными эльфами поступать, вопрос, конечно, хороший. Они нас предадут, но сейчас можем затянуть эту войну надолго. 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 Сейчас разберемся тогда с Бретонией. Архаон пойдет, наверное, в пустошах занимать города, которые мы можем. 8 пиков Карака брать. Может быть, тогда Холик отправится на Ултуан, если с темными. Либо отправится даже в Люстрию. Там захватит города, которые можно. А потом мы сосредоточимся на темных, если они не будут нас пытать. Хотя, я думаю, если Холик отправится в Люстрию, там появятся ребята, которые нам начнут объявлять войну. И, конечно же, в этот момент нас уже предадут вассалам. Ну, такой вот прогноз небольшой. Так, оборонительный союз, идите нафиг. Я уже с вами пытался подписывать, в этом моде смысла нет. В этом моде этого делать не стоит. Так, строительство завершено. Это у нас кочевники пока что построили только. Че, вытащим этого генчика? Ну, у него армия бомжей. Застава охраняется слабенько. Можно даже и без Холика провернуть драку. Либо Холик, хочешь поучаствовать? Не, ну на ускорение ты дотянешься. На ускорение ты-то по-любому. Давай Нурглу. Ты вообще все, что разрушаешь, должен Нурглу посвящать. Иссушение. Так, вот еще численность отрядов увеличиваем. Ну, сейчас исследование. 4 хода там, потом ты начнешь нанимать, готовить там. Создашь себе новичка, бегунка, скажем так. Родится себе бегунка, который отправится и передаст, если что, этот небольшой отрядик веселых и находчивых ребят. Ну что, давайте генчику сейчас привет передадим. Хотя тоже сейчас, наверное, автобой скажет. Мы его уничтожим. Он даже бежал. Представляете? Недостойнейший. О, и еще даже это Ганса подходит как подкрепление. Ну, посмотрим, что здесь. Ну, здесь без сливов. Архаун красавчик. Он не этот мазохист. Давай слона еще. Посох энергии. Неоднократные победы. А бонуса тебе не дали, да? Он же в городе сидел, ты даже на него как бы по факту напал. А, нет, вот. Неоднократно. А, хотя это неоднократные победы над вампирами только. За генчика. Обидно. Неприятно. А мы старались.
Чё, как Генчик, поговорить не хочешь? Геннадий. Кончай прикладывать лопух, это не поможет. Блин, я опять прокрутил вампиров. Не знаю, что я высматривал в этот момент. Почему их туда и обратно просмотрел. Так, окей. Я лучше сейчас квестовую битву сыграю. В этой серии у нас будет битва. Это будет квестовая. Холик зайдет с этой стороны. Гутрум. Ну ты тренируйся пока. Тренируйся, качайся. Пока деньги в плюсе, можем себе это позволить. Аура дисциплины. Собственные армии в регионе, кстати. То есть он, находясь, тоже помогает. Нормально. Ну и наш гонец. Дошел сюда наконец. Зависть, зависть. Уродливое чувство, полное греха. Но разве мужчины и женщины, которым повезло лицезреть отпрыска Слоанеша, могут удержаться от зависти к его жестокому совершенству? Окруженный свитой восхищенных поклонников, смертоносный в битвах, избалованный щедрыми милостями приемного отца, бесполый князь во всех отношениях является собой воплощение мечты, но за такую славу приходится платить. Отчаянно пытаясь привлечь внимание темных богов, приспешники хаоса постоянно ищут себе соперников, победа над которыми могла бы принести славу и могущество. Один из таких лордов, одержимый завистью и жадный... и жаждой власти, дерзнул бросить вызов самому Зигвальду Великолепному. Собрав армию мерзких зверей, чей облик внушает отвращение, бесполому князю он выступил в поход. Так, отверженных, избранных берсерков, кстати, будет несколько. Монстрики и пушки. Еще какие-то подкрепленцы. Ну, скорее всего, отродье хаоса. Мне кажется, вот, судя по вступлению, будет этот подкат. Так, Архаон. Архаон продолжил свой поход. Многие пытались бросить ему вызов, но все без исключения терпели неудачу. Он щадил предводителей, которые клялись ему верности, и убивал остальных, забирая их армии по праву сильного. Сейчас ему сообщили о новом смельчаке, не желающем вставать на колени. На этот раз Архаона вызвал на бой высший чародей хаоса. Ему подвластны дикие силы энтропии, способны изменить саму реальность. Он может одним словом или жестом ободрать мясо с костей врага или испепелить целый полк солдат. В предстоящей битве силе и мастерству армии Архаона будет противостоять чистая необузданная магия. Чародей, у него войны хаоса, чистолюбивые соратники, колесницы, ну в целом тоже неплохой стек такой. Ну и холик. Агенты доложили, что Крушитель Звезд находится среди руин Тотхайма, куда его доставили слуги обманщика. Сейчас за этот древний город идет бой между орками и местной крылатой нежитью. Но Холик сто крат превосходит и тех, и других. Когда он явится туда в блеске молний, окруженный ордами преданных северян, воры узнают истинное значение слова «уничтожение». Так, скорость исполнения потерь, кстати, этот молот дает. Надо будет оркам постучать по башка-башка. Бобо делать. Скоро зеленокожие будут. Бей-бей. Эх. Так. Все, сдаем ход. Доступно улучшение. Еще два хода. Два хода осталось. Уже столько работы сделано. Белая башня, кстати, под осадой Малики. Там целый стек. По сути, последний оплот Тириона. Может и отбиться, может и забиться уже. Все. Может, это даже последний его бой будет в итоге. Авелорн уже уничтожен. Малики ты сжег.
конкурентов. Ну, в целом, после сейчас уничтожения и захвата Ултуана, Маликит на самом деле будет защищен. С севера, кроме меня, его никто не шатнет. Здесь я тоже бретонца всех выжгу. До Скавинов также доберусь. Город захвачу. Ну. Жизнь прекрасна. Что скажешь, да, Маликит? Бретония, легион курганов, бордел. Все это сейчас будет уничтожено. Все сгорит в огне. А голу вот и остальные что-то как-то выпендриваются. У нас были, да, случаи, когда, ну, вот так же мы их не пытались даже давить толком, а они... Нет-нет. Да и подчинились нам вновь. Отвали. Денег нет. Ай. Ай, сейчас, смотрите, нас предадут все, кроме нагоронцев. Ай, какой коварный план, а? Ну, что ж, тогда мы тоже сейчас расторгнем договор с Маликитом. Но зато мамка тоже его воюет с ним. Хотя Маликит нас кормит, нас спонсирует по факту, и уходить сейчас еще больше минус не хочется. Вассальный договор с Келлиги, Черный Утес. Ну, понятно, уничтоженные фракции. Ну, сейчас, ладно. Тогда Зигвальд наймет, подойдет к городу, и тогда будем объявлять прочим фракциям войну, тем самым втягивая... всех. Так, Холик, уходи. Буемон здесь с бомжами. В целом он тебе не угрожает вообще никак. Давай вот сюда. Хотя, блин, далеко тут через речку эту переходить. Ненавижу. Эти речки здесь. Которые толком не... преодолеешь. Бретония заселяет, смотрите. То, что курица разрушила, он пытается заселить. Но курица куда-то ушла. Так, ладненько, Архаон, давай сейчас покончишь все-таки с вот этим восстанием. Жалких и ничтожных вампиров. Свиток вампиризма. А это, кстати, хорошая вещь, насколько я помню. А нет, это не та. Все, фракция уничтожена. Были. И больше нет. О, доспехи судьбы. Хорошие, кстати, доспехи. Я вот нашему чародею даже выдам. Так, восполняй потери. Давай на ускорении, чтобы ты точно уже дошел до Вайсмунда на следующий ход. Уничтожил его. И в городе сядешь. Тут последний ход остался. Демон на подходе. Демон уже, вот он. Так, ты нанимай еще кавалерию. Будешь следовать за Зигвальдом. Но на расстоянии. Чтоб они... не разбежались и не подрались. Монолиты не заселили. Зловещая поляна тоже. Так. Тебя, наверное, я оставлю здесь. Ну, мало ли сейчас. Квесты у нас в целом-то многие уже на битве, но вот золоченые доспехи... А, двуручное оружие, кстати, избранных. Давно висит это уже задание. Можно было заняться этим вопросом, но уже не сейчас. Уже не сейчас, для тебя будет другая работа, для тебя будет совсем иное задание. Кому мы предложим вновь стать нашим вассалом?
Племя Борделла. Вот орден хранителей может. Одумался, нет? Лотер, не хочешь, я тебя спасу? Это был бы для тебя, в принципе, спасительный договор. Фон Карштайн, и как там у вас? Хреново дело, да? Понимаю. У Малики-то еще хуже. До вас просто еще не добрались. Черный утес. Вассалом не станет. Даже Скарсник сейчас нос воротит. Эльфы? Тоже нет. А давайте Теотикву снова попробуем присоединить. У нас-то хаос начинается реально вот за счет вот этих разрывов. Враги там сохраняются, новые заводятся, между собой грызутся. Пацаны, пацаны, пацаны. Вот этим сейчас войну просто объявлять и... Зверолюды, кстати, не разорвали. Единственные. Ну, не считая вместилище хаоса. Но вместилище хаоса — это фигня. Зато Марати сейчас будет на Гарунтах ослаблять. То есть они между собой будут грызться. И когда я все-таки захвачу город, раз так складывается, то реально сейчас Зигвальд не пойдет наводить порядок. Смысл. Подойдет к городу. Нам нужно захватить как можно больше городов, в идеале все. Пока прохождение еще работает, пока игра с этими модами еще запускается. Так, Гутрум. Доступно улучшение, фигня. Сдаем ход. Мы сейчас можем демона нанимать, господа. Демоны в городе. Ну снимай осаду, ну ты что, слабак? С гарнизоном, да, меч у него, но... Но шанс должен был быть. Как по мне. Вон темные эльфы заселяют, как видели. Активно поселение. Изо всех сил. Сеют, сеют, посевают. Лотерн уничтожен. Все. Прощай, Лотерн. Теклис остался единственным представителем высших эльфов. Но, как я уже отмечал, да, так-то по факту имперцы и... Ну, имперцы просто не успели послужить хаосу. Имперцы и высшие эльфы единственные, кто не служил хаосу. Не становился перед ним на колени. Умирал, но не сдавался. Так. Даже лизардмены и гномы. Смотрите, как Хемри скавинов щимят. Офигеть. Знатно, молодцы. Так, врата, замерзший город и демоны. Ну что, полезли демоны из портала? Вот он. Доступных персонажей нет. Ну то есть, судя по всему, здесь еще какой-то будет вариант. А, какой-то... Лор тут написано, да? Может быть, все-таки какой-то город нам поможет. Нанять нового. Но он по эффекту как Лорд Крок. У него тоже есть действия в армии. Хотя он, смотрите, постоянный местный эффект. Постоянный он находит, если заходим в провинцию, сразу город. А, увеличивает просто, да, вероятность обнаружения подземных городов, если скавины под нами подстроят. Нет. Это все фигня тогда. Не, ну нанимаем. 1000 содержания, это нас не пугает. Демон. Демон пришел. Пока он еще серенький. По прокачке, что наш демон? У него
ох ты, сразу смотрите. И восполнение потери он бонус дает, и бессмертие у него вкачано. Аура хаоса здесь, дальность перемещения на карте компании, обзор на карте компании, боевой дух, армия героя. Защиту режет, но не боевые потери уменьшает, и там, а точнее увеличивает у врага. И время сопротивления врага в осаде сокращает. Демон так-то режет их. Преимущество. Стоимость содержания для всех войск увеличивает. Сила ветров и для врага, и для своих уменьшается. Превосходная защита от натиска. Но он очень дорогой сделает армию Архаона. То есть вот эти способности режут. А здесь вообще нужно выбрать. Либо данную способность мы качаем. Сила ветров. Дальше у нас атака. Мы улучшаем армию целиком. Что-то улучшаем, что-то режем. Ха-ха-ха. И здесь способность. Смерть, смерть, смерть. Ради крови, богу крови. Тут мы тоже магию режем. Наоборот. А, это вражеские армии. То есть здесь мы как бы своих улучшаем. А здесь вражеские армии в провинции. Тоже чем-то улучшаем, но... Драпать они будут быстрее, но натиск вообще никакущий. Атаковать при этом будут яростнее. Но о защите забудут. Ну, так себе, в принципе. Меч мучителя, классная тема. Однозначно в эту ветку идти надо. В любом случае его лично качать. У него по способностям демоническая сила, но мы это видели. Постоянный сглаз. Несокрушимость, проход, большой запас. Стену он ломать не может. Только воротам. Сила оружия, атака в бою, скорость. Вот они, обилки пойдут. Нанесение урона самому себе. Но бафы. Здесь вот как раз таки нанесение урона врагам. Но тоже ветка эта нужна. Как минимум способности посмотреть. Ранг нанимаемых героев. Все армии в плюс 2. Небоевые потери плюс 50 на территории хаоса. Вражеские армии в провинции. Успешность вражеских героев. Ну, в принципе, все герои можно подрезать. Боевой дух при осаде. Все армии фракции тоже можно. Все герои скверну. Опыт можно увеличить. Ну, вот эти перки возьмем. Эти пока нет. Давай преимущество против пехоты. Толстую кожу. Мастерство защиты. Резню. И давай смертельный клинок. Пока так. 10-й левел. Что есть? Давай даже лечебное зелье тебе выдам. Посмотрим тебя в деле обязательно. И он может быть один у нас сейчас. Он один. Других здесь нет. Так, Архаунич. Выходи. Мы, конечно, думали сыграть еще квест с тобой сегодня. Но... Но если что, сыграем Холик. Или Зигвальдом. Но он сейчас будет восстанавливать потери, пока идет. Какая разница, да? Зигвальдом давайте. Крушитель звезд, убийца королей, щипкоруб. Вот, щипкоруб. Куча всяких тварей отверженных. Нас тоже отвержены. Чем мы там эти твари не угодили? Пушки есть на макушке. Как раз избранных попытаемся рубить направо и налево. Ну и погнали. Переходим в соответствующий режим. Кстати, тебе хватает еще один стек создать при желании. Но все-таки я бы, наверное... Даже насчет денег подумал бы. Чтобы более уверенный доход был. Ну или мага.
разлом. Тут как никакая денежка есть перспектив. Не, ну все, телепортируемся. Телепортируемся. Зависть — дело плохое. И эту гадость мы разрубим. Не верят в нас. Скорострельность. Давай для пушки. Но в целом согласен, что у Зигвальда не самая такая прям великая армия. Зигвальд снова сражается с братьями своего приемного отца. Полные зависти к совершенству принца, они нарочно отправили на него самых мерзких и отвратительных тварей. Победив их, Зигвальд докажет, что достоин владеть осколком клинка Сланеш. Ну, докажет, докажет. У нас есть монстры, у них нет алебард. Sickly, sinful spectacles stand, shuffle, shamble, and saunter shamelessly in mine scandalized sight. I suggest a solution. Surely such sedition should sour and succumb to Sigvald, the salacious, scandalous, and sensational servant of Slaanesh! Son of Sukhabai, scion of sordid acts and slayer of squalid serfs! See how I stroll, stride, swagger and swirl, spin, slash and stab at stupid, senseless scum. Soon they shall swoon, shall seek solace and death from sundry torments, wrought on them by my strategic, severing, scintillating shower of shimmering strikes! Send for the sword! Summon Sliver Slash! Кстати, как я мчусь, учитывая его сейчас скорость, это реально актуальная фраза. Ну что, давайте с угла. Это всегда помогает. Так, пушки уводим. Так, а гномы хаоса одинаковые здесь сейчас? У всех орудий, да? Уникальные. Ну, мало ли, в моде вдруг тут что-то любопытное забацали. Так, дракоши. Сейчас мы их посмотрим. Я даже, знаете, что предлагаю? Сделать вот такую фотку Зигвальду. В соцсети поставит он себе ее. Так, 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 так. Вы на этот фланг. Кто мне тут остался? Ты на фото не попадешь. Ты на данном фланге. Кавалерию, ну, поставим там какую-нибудь троечку. Вот такое вот фото. Зигвальд с друзьями. Хотя вот здесь вот хороший ракурс. Зигвальд и вся его команда. Так, ладненько. Зигвальд Зигвальдом. А, кстати, сравните его скорость. У него скорость сейчас 78 с Архаоном, который на коне. 78 скорость. Давайте, Зигвальд вперед. Будет на себя вызывать огонь. Драконы будут с неба плевать. Великаны с монстрами все-таки с шаготиком подлазить под эту тему не будут пока что. Оскорбляют Зигвальда своим видом. Уничтожьте их. Че, где подкрепление будет? Нам ждать подкрепление или мы сейчас... Так, у него пушки. Можно в целом дракона отправить пушки. Вообще, этот лорд хаоса, он... А давайте спецотряд летающий сейчас. Не, полностью делать, наверное, не буду драконов. Вообще, во-первых, тебя подставлю под обстрел. А драконы чисто на подхвате будут. То есть пушки по герою будут стрелять. Новые мерзкие твари, а где они? Ух ты, в тылу. Вот здесь прям сейчас они как по расписанию подошли.
Не, отродьи не подошли. Здесь обычные эти мерзкие твари. Вот как раз дровяков и отправим. Ух ты, а он по дракону стреляет, смотрите. Или даже дракон. Давай, ты ближе поможешь убить чародея. Или кто там, вояка. Ох, еще! А здесь собаки. Ну, знаете что? Это уже перебор, по-моему. Давай тогда ты остаешься прикрывать пушки. Зигвальд рвется в бой. Пушки кромсают этих зверят под бафами. Сейчас отдам тогда приказ об атаке. И посмотрим, как они их направо и налево шатают. Куда-то не туда ты выстрелил, если честно. Так, здесь собаки полезли. Дракош, лети обратно. Так, пушки, не преследовать этих. Стреляйте сюда, если закончились снаряды. Герой, возвращайся. Ну, в принципе, собаки вообще не напряг. Все, возвращайтесь сюда. Все сюда. И эти отрыжки тоже не напряг. Взлетайте. Я хочу дыхание использовать. Но толпу такую, чтобы собралась и душевно туда плюнуть, к сожалению, нет. Ну, давайте. Выльем эти благовония сюда. Тролли, работаем. Так, ты взлетай, дракош. Хотя можешь уничтожить пушку, если хочешь. Тебе разрешаю колесницы пошатать. Вы стреляете в Зигвальда, который, надо сказать, так-то сейчас может и побежать. Дракон, спасай хозяина. All will be despoiled. Врубай пятую, давай. Какая пятая? Я на первой сейчас прыгну. Говорит Зигвальд. И как настоящий кинеец. Так, давай. Что тут у нас? Дракош, а ну, порадуй их своим свежим дыханием.
Ну! Где дыхание? Ты им душ, что ли, решил устроить? Банально. Ладно, хорошо. Колесницы. Чуть лишние потери понесли на фоне всего этого, потому что у нас частично он стоят, ничего не делают. Нас уковыряются. Взлетай, дракон, ты можешь. Упс. Зигвальд. Ну, Зигвальду понравилось все. Это значит, раз он это ушел отдыхать уже так, он, значит, все. Ему все понравилось. Зигвальду угодили. Регенерируйте быстрее, тролли несчастные. Гномы хаоса погнали великана. Все-таки великаны как были не особо великими вояками, так и остаются. А, тут же еще избранный Хорна, точно. Вот оно что, почему такое происходит. Я забыл что-то про вас вообще. Вас же надо было расстрелять в первую очередь. Догоняй, догоняй, догоняй. О, а ты можешь плюнуть. Давай. Мы бойцов уведем. И одни топоры полетели. А кто еще не... Не, ну все же. Да, побед. Замечательно. Первая победа. Пушечку уникальную слили, но ничего страшного. Про это, кстати... Как чувствовал, говорил, что мы ее сольем. Я думал, специально слить, но так оно и получилось. Она уходит сейчас в такой своеобразный резерв. Хотя можно будет ее опять вернуть Зигвальду. Сейчас просто не Зигвальд будет командовать временно этой армией. Восполнение потерь, сила оружия. Давай, сила оружия. Тебе придется какое-то время отдохнуть. О, ну рост орды, кстати, можно увеличить. Временный такой, на перспективу. Пофигу, что боевой дух режет. Сейчас это вообще никак не влияет. Доход. Продвигайся чуть вперед. Опыт походов. Ты, правда, металл любишь? По металлу убиваешься. Ну, вот так вот. Рост орды еще увеличим. Армия лорда раз увеличиваем.
Ладно, стоимость найма. Можно сейчас еще стоимость найма подрезать. Стоимость возведения построек уменьшить. Шанс избежать засады, стремительный удар, да не буду сейчас. Скверну, ну, культистов, да пофигу, хотя ну, скверну. Распространяй. Ты найдешь себе пристанище. Ты обязательно себе найдешь милый дом. Так, давай чародейский вихрь. И найм. Местный. Стражей страстей. У нас сейчас очень много можно будет сынов нанимать. Троих там как минимум. Дракон еще один подъедет. Ну, может, не тебе. Тебе хватит великанов, драконов, этих шаготов. У тебя как-то так перебор, я бы сказал бы. Тебе, вот, точно, задание. Сколько ты будешь в лазарете валяться, дружище? 8 ходов? Блин, ну тогда мы успеем нанять ему избранных данных. В этом случае даже отлично, что мы пушку слили. Есть возможность еще и грабителей выгнать. Хотя грабители молодцы. Избранные с двуручником же, правильно? Да. Наймем этих избранных, потом успеем подойти к городу темных эльфов. Вон только тогда. Начнет кипиш. Хотя близко. Золоченые доспехи. Так, Архаун походил. Тамарочка. Тамарочка. Ну ладно, Тамара. Ты в целом разрушишь, понятно, город. Но сделаем это тогда в следующей серии. Демон уже призван. Демон скоро будет удел. Демон скоро будет в армии Архауна. Даже то, что он будет делать нашу армию дороже. Ничего страшного. Посмотрим, что он из себя представляет обязательно. С вами был Верус. Всем добра. Пока.